Здесь он задает смешные вопросы. Я думаю, он пытается понять, говорим ли мы серьезно или играем. Он спрашивает, есть ли инопланетяне с лишним весом? Итак, термин «лишний вес» для меня — это суждение. Я думаю, мы исходим из человеческого, то есть тиранского взгляда и стандартов. Я приведу примеры инопланетян, которых я видел, и пусть люди сами решают, есть ли у них лишний вес. Я видел, если знаешь, как выглядит тростниковый жук, я видел такого прямоходящего жука, это инопланетная раса. Я видел слизняков, которые передвигаются по земле и в воде. Это разумная раса. Я видел эквивалент Хатта, если помнишь, как выглядит Джабба Хатт из «Звездных войн». Да, я их видел. Я видел такие расы. Я видел два вида таких. Одни, кого я видел, можно назвать их большими и толстыми, но они были... В этом воспоминании я сам был 3,5 метра ростом. И они, наверное, были метров 6 или 7. Они были огромные. Они были охранниками по двум сторонам коридора и держали что-то. Они были гигантскими. Я уже был высоким, и с нами были люди, которые помогали нам приготовиться к миссии. И они были примерно до бедра мне. То есть они были где-то 1,80 м, я был 3,5 метра, а эти существа были... Блин, они, наверное, были 6-7 метров ростом, может быть, больше. Так что ответ на вопрос, это что нужно смотреть на стандарты для каждой расы, чтобы понять, есть ли у них лишний вес, или это нормально для их расы. Вот такой ответ я дам. Следующий вопрос. Употребляют ли они наркотики и алкоголь, как люди? Боже, надеюсь, что да. Вот что я скажу. Я видел расы, которые любят соль, и она действует на них так же, как кокаин или амфетамины действуют на людей. Я также видел расы, на которых точно так же действует сахар. И они готовы платить сколько угодно, чтобы купить сахар, чтобы добавлять его в еду, потому что они получают тот же эффект, что и мы от амфетаминов и других веществ. Интересно. Я, наверное, открою космическую аптеку, когда я официально уволюсь из СКП. Я открою космическую аптеку на каком-нибудь астероиде. Землянам скидка 50%. Да-да, будешь торговать солью. Да, точно.